Ну шо, пацаны, наконец-то вышло что-то годное по Need for Speed от команды Project Unite. Патч он 1.0. Короче, глобальный мод, который добавляет в эту игру овер до хрена всего, исправляет еще больше овер до хрена всего. Здесь новая физика, здесь новая сложность. Причем не то, что было раньше easy, что-то там посредине, и хард. Здесь еще появилась типа невозможная сложность. Вот это мы и посмотрим. Здесь поменяли искусственный интеллект у копов. Короче, много всего интересного. Новая физика под разные классы. Тюнинг радикально поменяли, потому что здесь вот эти вот карточки сраные, саные, которые были. Так, да, мы принимаемся. Короче, я игру начинаю с нуля, чтобы вы понимали, чтобы было на что посмотреть. Хочется еще раз попробовать это безобразие, вдруг зайдет, как говорится. Вот. И посмотрим, посмотрим. Потому что payback в оригинале он как бы был, во, высокий. Ну, пока ставим высокий, а дальше поменяем на что-то повеселее. Он был как бы норм, но как-то вот что-то вот в нем не хватало. В частности, физика на оффроде была херовая. Такая себе. Так, это все проматываем. А здесь она новая. Payback а-ля чехли назад. Да-да-да-да-да. И вы помните этого, как бы так на Твиче сказать, афроамериканца, который очень умные реплики бросал. Опять придется им насладиться. Ну что, друзья, давай начинаем. С нуля, так сказать, я удалил свой сейв. Посмотрим, что оно такое. Ну, сюжет, понятно, что мы с вами все знаем. Что здесь такое? Игра четко орет. Сейчас поправим. Ты все равно проиграешь. Я уже победил. Вы просто пока не в курсе. Шалом. Сейчас сделаю тише. А, можно даже... Во, смотри, короче, есть типа normal, hard и unbeatable, типа невозможное вообще. А, easy убрали. Отлично, вот мы будем на этом unbeatable играть. Я посмотрю, что это такое. Вот управление, то, что нельзя здесь поменять адекватно. Вот это меня немножко печалит. Графон на ультрах, здесь новая графика, до хера чего переделали, в том числе там текстуры. Ну и там по списку много всего. Ну что, погнали. Йоу! Стало лучше или еще надо? Что-то их не слышно нихера. Ладно, ребята, вас нихера не слышно, и слава богу, как говорится. Давай-ка мы сейчас этой джесси... Ух ты, блядь. Физон, реально... Чупр... Ни хрена не понял. Меня просто размотало. Ничего себе, НФС, так и я о том же. А вот этот братиш. Син МакАлистер. Ой, бля, сколько с ним было, блин, трэшовых моментов. Это просто жесть. Да, 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 он же у нас по бездорожью, типа специализе. Как бездорожье? Блин, физика реально другая, надо привыкнуть. Блять, ну, че оно так в заносе глубоко? В воздухе машина, кстати, не управляется теперь, это хорошо. Так, подожди, мне надо газ дозировать или что происходит вообще? Машина постоянно боком прет. Давай, вольнем. Так, и подруженца там была, да. Все, звук good, да? Звуки тачек здесь тоже новые, в общем-то. Их поменяли. У, хорош. Ты мог бы даже обогнать, если бы меньше. О, BMW поинтереснее управляется. Реально поинтереснее. Короче, в разных классах тут разные фишки. Ну, они подчеркнули, типа. Так, а как там боком вольнуть? Непонятно. Да, BMW реально управляется. Потому что Skyline какой-то странный был, он боком выставлялся, хотя он, по идее, полноприводом, он тут Вася. А, вон то, кто впереди. Обачки. Здоров. Ну здоровчик. Что ж, самое главное в этом патче, то, что копы не будут тебя футболить. Но это не точно, а и это еще. Не точно. Ну, сэра, отряды голубые, отсосите хуй у нас, родные. Я всегда на шаг впереди. Хорош. Сейчас это, блин, злытня приедет, да? Как всегда там, пафосно, пафосно. А, это хрен, точно. Нет, тёлка, точно. Тут же скандалы, интриги, расследования, вот это все. Полена Навара, точно. Я вспомнил. Решено, Морган. Ты поведешь приз. Я надеюсь на тебя и твою команду. Ну что я говорил? Лина Навара лучше всех решает дела в Сильвер Роке. Лина без Навара, да-да-да. Красиво звучит, брат.
О, рафтик. Да, для ПК обнова. Естественно, это не обнова, это мод. Ты все это сам собрал? Мод такой, высококлассный, внимание, скажем так. Художник из любого лома может сделать супер. Круто, когда есть такая команда, которая может из говна откровенного слепить какую-то лепешку. Ну, посмотрим, насколько она лепешка будет. Но народ пишет вообще отзывы позитивные. Типа, игра стала намного лучше. Я надеюсь, что будет какой-то челлендж. И, кстати, он вроде по мере прохождения игры там будет увеличиваться. О, нормальная тачка. Можно пока что оценить графончик. Понятно, в рамках стрима или записи потом на ютубе. Ну, выглядит как-то, не знаю, чище, что ли. На мой взгляд. Блин, ну разговоры, конечно, совершенно не слышно. Ну да ладно. Так, притормаживать, походу, надо теперь, да? Так, где у меня... Я не понимаю, где у меня ручник. Все, понимаю. Да хорош тебе, Валанды. Физон, конечно, не Форза. Ну, понятно, Фростбайт, все дела. Блять. К Физону надо привыкать, иначе настраивать. Что-то пока что эти уехали там в стратосферу, давай поднасыпем. Слушай, они прям замутили так, что нужно на медленных поворотах тупо оттормаживаться. Как-то не по нитфорспидовски. Непривычно еще. Так, отклик отличный у авто. Я никого догнать не могу, черт побери. Хорош. Здрасте. Столько стрелов у этого мустанга, огонь. Так, нам оффроуд. Понял, все. Слушай, а вообще никак нельзя со звуком что-то сделать? О! Надо поднажать. Спокойно, Лин, ты же знаешь, я смогу. Ты потому и согласилась. Ты поедешь на гиперкаре, заряженном новейшей техникой с черного рынка. Так, надо, срезаем. Тачка, конечно, все еще пустая болванка, это есть такое, но физика вообще другая, она не такая была в оригинальной игре. То есть теперь реально вот перед такими поворотами медленными надо тупо оттормаживаться. Я думаю, что... Блять! Все, пиздец, меня развернуло. Физика полная, но... Когда задом едешь, руль противоположную сторону выкрутишь, она не реагирует. Тронуться? Она просто неуправляемая, зри, не могу тронуться. Давай. Жесть, выехал на оффроуд и все. Мустанг поплыл. Типа, чтобы на оффроуде гоняли, но на соответствующих тачках. Неплохо, брат. Рыбки в тачи разделись, и победа наша. Надеюсь. Так, так, спокуха, спокуха. Здесь же пофиг, да, как тебе мы приедем? Тихо, тормози, блядь, сюда. Жесть. Поддержки руля в этой игре нет. Это печально. Здрасте. Я пытаюсь. Ручник вообще какой-то непонятный, что есть, что нет. Ее надо стараться еще удерживать, когда в занос заходишь. Они там, кстати, и камеру еще пофиксили, типа, чтобы больше ощущения скорости стало, добавили. Не знаю, как, что, но такое в описании было. 300 плюс чешет, а? Ребята, блин, я тут пытаюсь что-то... Дай, давайте я сюда уеду. Все, пацаны, как в Need for Speed мы привыкли на 300 плюс повороты, так не завалишь тут. Надо тормозить. А, я чувствую, что моя жопа сгорит. Помню твое прохождение пейбека, то был ор. Да, кстати. На ютубчике плейлист ждет вас, там реально вот. Пустынный рай для тех, кто азартен. Здесь можно купить что угодно, даже удачу. Давно не слышали. Играют в карты и кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу Добрый. На скорости 100 миль в час. Все на местах? Джесс? Что за пределами трассы? Мак, атака Мака готова к выезду. Ты назвал машину атака Мака? Она сама себе назвала. Макака Мака. Привози мне машину, остальное моя забота. Сделай нас богачами, Тайлер. Вижу отметку. Шулер здесь.
Ты посмотри! Ну что, отличный день для гонки? Люди ставят 4-1, что ты займешь первое место. Этот прототип меня не подведет. Вопрос в том, справишься ли ты? Электромоторы, V8 с двумя турбинами, все это дает 1500 лошадей. И новую физику. Да. Вообще непонятно. О-хо, молодец! Уроки позитивный учил. Настройчик. Теперь слушай. Как мод, не знаю, смотрим. Второе место мне не даст ни хрена. Понял? Я вижу, ты парень горячий. Не облажайся. Он что-нибудь подозревает? Хоть бы не было ничего. Истории с потраченным геймпадом, а въесть экзамен, я бухну коньяка, и пускай Джесс не стонет от ударов. Кстати, спасибо большое. Это самое. Это Макс стонал. Да и Джесс тоже. Потраченный геймпад, это же реально тут было, на оффроде. Слушай, ну графончик такой нормальный. Другой просто стал. Так, вау! Давай-ка подберли. Здесь такие мощности момент. Равовский мустанг рядом не стоял. Таля, ты мне как брат. О, нормально слетел. Тихо. Блять, как этим управлять? Договорит. Все, я справился. Дай, готовься. Нужно попасть на точку встречи на высокой скорости. У нас че? Всего одна попытка. Когда заедешь, тормози. Ну, прикольно, кстати. Мне вот эта бричка очень не нравилась в этой игре. А здесь она такая, ничего так. Интересно. Кстати, и они едут по-другому. На прямой насыпаем. Вот единственное, есть такой момент, что бывает тачка начинает раскачивать, и ее, ну, прям хрен поймаешь. Ну, так прикольно. Торможу. Стартовая площадка готова. Уилсон, есть отрыв! Прыгнуть на суперкаре за $2 миллиона! Можно сделано? Я напомню, как сильно я тебя ненавижу? Это ж мы, по-моему, его угнать типа пытаемся. На наших деньгах. Достать машину раб. Стоянку выкинул. Ой! Да хорош тебе, блин. Бесит то, что они сильно боком выставляются. Чрезвычайно ценное. Задерживать с минимальными повреждениями. Здрасте. Джесс, у меня на хвосте копы. Езжай дальше, я скоро буду. Вообще другой физон, ребята. Он просто другой. Я пока не понимаю, хорошо или плохо, но... Прекрати. Верни машину. Прикнул? Но прикольно. Еще как. Что меня вот сильно раздражало, это, ну, футбол футболом, это понятно, что бесит по умолчанию. Но еще то, что копы догоняли вот даже Ригеру как стоячую, что как бы есть дичь. А тут как-то пока что нет такого ощущения. Воу. Здрасте. Полетели. О, вот Бехас зашибись. Вот реально Бэха зашивает. Сразу копы начали догонять, правда. Так, а стоп, мне же их надо уработать, я забыл. Чё, блин. А занос стал точно другим. То есть она входит в занос, как будто он не заскриптован, а вот прям занос стал. И с ним надо работать. Ну вот реально. То есть эффект рельс точно исчез. Что-то не так сделаешь, развернет. До свидания. Вот, вот это меня подбешивает. Ну нормально, в принципе, от копа мы так отлетаем сами, как мячики. Давай, Вася. На то не копы, чтобы выдрачивать. О, молодец. Отличное попадание. Все, кочегарим. Что там с повреждениями? Не бито, не крашено, да, да? Неудачненько вышло. Еще один он вылетел. До свидания. Ни хрена себе она их сносит. Как будто я еду, я не знаю, на чем-то массой тон 5 по меньшей мере. Здрасте. Ой-ой. Ой-ой-ой. Извини, брат. Ничего личного. Фишка, вот реально то, что тачка должна быть тяжелая, вот это против коп. Она реально такая есть, то есть я их могу зафутболить нормально. Ну понятно, то, что легковушки. Носороги, они и в Африке носороги, что, полетели? Игра вообще по-другому чувствуется. Ну это круто, хоть что-то новое. Блин, а то в Need for Speed вообще какой-то застой дичайший. Не зря я с вами рискнула. Стоять,
Оливер Морган, 23 года. Тихо. Неизвестен, печально. 6 месяцев в колонии за неосторожное вождение. Ага. Я лучший гонщик в городе, на одной из быстрейших машин в мире. Хочешь поймать? Удачи! Зря ты со мной такие игры играешь. Давай, а трекшена не завезли? Нет? Как тронуться на этом? Желательно не мозгом, а просто с места. Бам. Какого черта? Что происходит? Я еду. Раф. Стритрейсеры здесь. Я видела, они взяли эту машину. Спасибо, офицер. Что ты сделала? Раф тебе не сказал, что там под капотом? Мои покупатели платят за это кучу денег. Ты за это заплатишь, Наварро. Копы уже в пути. Дом передает привет. Эй, что случилось? Наварро. Мак, обеспечь подмогу. Я отвлеку копов. Но... Давай! Смотри, какой скайлайн. Юнайт, ёпта. Звучара, да, какой ребят сочный? Увожу полицию. Ладно, это моя работа. А где полиция? Это я Наварро привел. Мне и расклёбывать. Уводи Мака и Рава. Блоовчик пшикает. Все как надо. Я пытался. Да блин, да он заднеприводный, не полноприводный, как Nissan, нифига. Полчаса боком выставляется, его потом скорректировать просто нереально. А где копы, я извиняюсь? Я просто сам катаюсь. А, во! Здрасте. А куда? Все, понял. Впереди копы! Да? Да. Все, что ты можешь? Не выпендривайся, братан. Поехали. Коп прям так взял и дал мне проехать налево через стоян. Да, отлично. Не сдавайся. Никогда. Откуда она видит вообще? Направо, на следующем углу налево. Тут трафика дохера и трошку. Блять, да что с этим ручником? Он вообще какой-то странный. То есть я пытаюсь выставиться боком уже, ну чтобы завалить. Осторожно. По-НФСовски, так сказать. А нихера. Короче, физон где, такой, Раф? Непривычный. Раф, в порядке? Прикольный, но своеобразный. Ну, конечно, до свидания, ребята. Почти на месте. Все? Свалили? Копы отстали. Мой план сработал, Джесс. Хорошо, едешь дальше. У нас сейчас не время расслабляться. Полиция едет под мост. Хорош. Джесс, за мной едут какие-то левые тачки. Что? Не может быть. Меня какого дитька? Воу. А где машина? Лина Наварро. Она нас обманула и забрала ее для дома. Главное, фласки, да, как у кота и Шрека сделать, и все будет хорошо. Ты мне не нужен. Приятные отсидки. Хотя... Хочешь отомстить? Я тоже. Да, пожалуй, сработает. Ты будешь козырем, а карты будут в моих руках. О чем это ты? Слышишь? Скоро приедут копы. Садись в тюрьму или... Работай на меня. Ешь, спи, води машину... Когда скажу. А со временем ты получишь желаемое. А у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Садись. Короче, странный физон, реально. Допустим, ты встал, надо свою тачку и что-то крутить и разбираться. Почему ручник не работает? Ну, может, то есть он как бы работает, но нет такого, что дернул, боком пошла. Ты его, ну, дернул, и нихера не произошло. Я примерно вижу вот так. Вижу острую грань. Потанцевал. Вижу долю секунды, когда на кону стоит все. Я вижу свою победу. Морган! Боссу нужна машина! Да. Скоро буду. Погнали. Повеселимся немного. А тут, по-моему, на время, босс, да? Сегодня встречается с какой-то большой шишкой из дома.
Если... Тут на время, да. Смотри, чтоб тачка босса была на месте. Шутишь? У меня на радарах такая скорость есть. Руки чешутся за поезд. Давай, ставься боком, ёпта. Не каждый день можно погонять на Уэйровской ДБ-11. Сыпанём. Вот что бывает, когда нанимаешь гонщик. Трафика нормально, я так, кстати. Я уже не гонщик, помнишь? Условия таковы. Или я больше не гоняюсь, или меня за шкирку и в тюрьму. Это типа МакДак до полшишечки был? И в чем смысл, если тебе говорят, кто выиграет, а кто проиграет? Деньги, брат! Вот я сейчас нажал на ручей 4 раза по вроде, она вообще не реагирует на него. Ну то есть вообще. Посмотрим, как может гонять это дед. Это очень странно. Может, это тема, не знаю. Дрифт, короче, человек. Но в этой тачке как бы ручника не должно быть. Ну, просто надо понять. Понять и простить. Черт, хорошо-то как. Ну что скажешь? Могу дать тебе его номер. Не интересует. Так, 5 километров тихо, не разложиться. Короче, я так понимаю, что они с Frostbite этого выдавили все, что смогли. В плане управляемости. Оп. Сюда? Блять, не сюда. Извините. Пора прибавить газку. Да, было бы неплохо, только я немножко лоханулся с поворотом, да ёп. Надо было на карту посмотреть, лошара. Теперь могу и не успеть, кстати, 4 км. Время, 2 минуты 40, все, успею. Тайлер. А тачки вообще не бьются. Не волнуйся, Уэн, это угонять не буду. Вот как ты обращаешься с друзьями, Тайлер. Неудивительно, что команда тебя бросила. Вовсе не так все было. Парни-небудь, ждут тебя, не дождутся. Ваше идеальное ограбление обломалось. Вас ищут все копы Фортуны, Уэн. Меня же теперь подводят мелких бандитов, чтобы как-то прожить. Я даже слышал, что МакАлистер сейчас работает на дом. А механик ваш? Бедный старинар. Думаешь, они захотят тебя видеть? Куда они денутся с подводной лодки? Тайлер, слушай меня. Я сейчас твой единственный друг. Я там тебе помар, я верну тебе свою машину. Но сперва набери терпение. Чё как графон? Хоть что-то поменялось? Ну, просто, по-моему, по-другому, но плюс-минус то же самое. Теперь дуй назад, пока не уволят тебя нафиг. Не ссать, я успел. Даже дрифтом. Чуть это. Навара. Какого черта? Часики тикают, Вир. Или продашь казино, или мы его заберем. Отлично, поболтали. Хорошо покатался, Тейлер? Сейчас не время, парень. Когда сдавать карты, говорю я. 6 месяцев прошло. Вылезай. Если хоть чуть-чуть помял мою машину, поставлю тебя водить мусоровоз. Не ссать, она не бьется. Все, Тай, пора ехать домой. А, наша повозка. Немножко заняться бы ей там. Подчухать, подкрасить. Заеду быстренько домой, сниму. Управляется неплохо. Костюм. А ручник что, есть что? Не, нема. Тайлер? Эй, плохие новости, брат. Босс удержит у тебя и зарплаты. Он нашел царапину на F-Type, который ты вчера парковал. Что? Я не царапал, Ягуар. Ха! Я придумал правила. Слушай, помоги мне. Я за 2 месяца за квартиру задолжал. Эй, я тебе что, миллионер? У меня шильдик Порш на заднице. Сам налажал, брат, сам и расхлебывался. Бывает. О. Доброго пути, гонщики. Здравствуйте. Это ваш куратор. Вы
слушаете голос улиц, вещающий в прямом эфире из джунглей Фортуны Вэлли. Улицы зовут вас, они полны уставших. Не, прикольно, вот вечером круто все выглядит. Но вы ведь не белки в колесе, правильно? Вы гонщики. Гонщики. Кто из вас может приручить этот город? Кто справится с трафиком в час пик? Хватит ли вам смелости? Настал сезон скорости. В Фортуне-Вэлли проводится бандитская гонка. Лишь лучшие из лучших смогут там участвовать. Не может лишь быть. Лучшие из лучших одержат там победу. Кто будет среди них? Бандитская гонка? Ага, как же. А у меня сигнала нет? Черт. Это Тай. Я насчет уличных гонок. Дай мне тот номер. В принципе, ничего не поменялось. Да не, поменялось. Итак, у нас тут кандидат, который хочет выступить за дом? Да. Только скажите время и место. Эй, не так быстро. Думаешь, дом готов любого нанять? Сначала покажи, чего ты стоишь. Прояви себя в паре гонок. Торетто, ты ли это? Сука, заниженная, кстати, бричка. Реально, блин. Такой тарантас. Так, а как бы мне... Ага, открыть карту. Все, понял. Ёб твою мать, почему так много всего здесь? Погнали. Я начал новую карьеру, я думал, что как бы все вот эти вот хрени с карты поисчезают, она будет все заново, а оно что-то все доступно, непонятно. Ну ладно. Разберемся по ходу пьесы. Так и здрасте. Так и здрасте. О, на таких медленных тачках по приколу угонять. Мне, кстати, вот тут всегда больше... Ой, черт. Сюда что-то показывала. Короче, на таких медленных как-то более душевно, чем на гиперкосмолетах. Ну, правда, они не совсем на таких сараях, а там, я не знаю, сивики, скайлайны, супры. Под легким тюнингом, вот это кайф. Так, ну что, погнали. Ладно, деловой, сейчас первый. Нет, дом это организация, у них так называется. Нормально стреляет, богатая смесь, все дела. Классно! А, у меня есть Ашот. До свидания. Извиняться не буду. Так точно. Смотри, как стоячих их. Бочком. Ребят, что-то вы не едете никуда, я не знаю. Так задумано, да? Походу, судя по описанию, типа, сложность будет постепенно повышаться. То есть она не такая, как раньше была, просто... Поначалу сложно, потому что у тебя тачка медленная, а именно вот искусственный интеллект вроде бы как сделали так, что под конец там жопа будет гореть. Ну и плюс гипермобили, вот эти вот все. Слушай, ну прикольно управляется, на самом деле по-другому. Ну все еще есть такое небольшое ощущение привязки к асфальту, фростбайтовское, так сказать. Но в целом, ну так, живенько, нормально. Все-таки они молодцы, могут как-то переработать немножко физон, чтобы он... Чтобы он хоть ну, как-то приемлемый стал, и там в траекторию можно кататься. Не то, что ручненька и боком тупо. Не, нифига, в траекторию, прикольно. Даже на быстрой тачке. Все? А, кстати, ники видели у них? Джамал Чучо там или как там? Ладно, ладно, неплохо. Может, дому пригодятся такие... Дала старушка. Чем лучше гонщик, тем убедительнее проигрыш. Вы знаете, что я гожусь для дома? Может... А может нет. У тебя одна победа. Вдруг случайность. Я тебя записал. А что у него глаза красные? Пацаны, мы играем каким-то вот вампиром. Посмотрите на его глаза. Будет о чем говорить. Будет сделано. Хоть бы рот открыл. Для приличия. По телефону он разговаривает. Так, вон следующая гонка. Похоже на хит. Так, конечно, блин. Хит. Payback. 2015. Один движок. Одни и те же рукожопы. Одна и та же игра, по сути. Поэтому тут нечего удивляться. Бричка. Надо менять ее на что-то более. Увернулся. Реально красиво здесь, ну, когда темно становится. Освещение там, отражение такое себе. А-ля рейтрейсинг, ну, с понтом. Красиво становится, говорю. Так, ну что, погнали? Ну, Заран, ну, то уже старая конюшня, так сказать. Шанс погонять для
вернуться. Давай. Пора побеждать. Прикольные тачки у них, если у Акура, Сивик, GT-ха. Так, ребята. Я, наверное, что было интереснее, без нитров буду ехать, да и все. Хотя, что интереснее, их уже объехался. Мазда звучит прикольно, кстати, как настоящая Мазда. Вот что, а вот звук в NFS всегда неплохой был. Ну, как тачки там стреляют, хлопают, звуки моторов и так далее, мне нравится. Вот в Форзе в этом плане все плохо. Там говорят, что в пятой Форзе вышел новый звуковой движок, ко-ко-ко, звуковые отражения, насрать. Вот все звучит вообще пластмассово, неестественно, неинтересно. Здесь можно было подрезать, ну да ладно, куда нам спешить. Особо некуда. Давай насыпем, куда нам спешить. Че нам тянуть кота за яйца? Круг 2. А где трафик делся? Вы, кстати, вы видели, бывают ситуации, когда трафика прям до хрена. Что такое? Догнать не можете? Бедненькие. Поехидничать. Свято дело, да? Что за номер у него такой? ЗЭК-930. А, ну все логично, он же есть зэк. Здесь вот сюда надо. Оп, оп. А, еще и рихтанули. На заправках рихтуют, точно. А машина же так не бьется. Ручник, чтоб сработал, его надо именно держать. Я смотрю, то есть тапнул там и... Он как будто ручник на Ниссане 60-х годов. Или каких он там. Fair Lady. Нихера не работает. Вжик-вжик, да-да. Ой, бля, если она пошла в занос, то это все, труба. О, кстати, меня догоняют. Попробуйте теперь отнять лидерство. Черти. Вжик-вжик. Пройдено. А я что говорил? Я опять выиграл. Ха. Ладно, водить ты умеешь. And I got good feeling with